8 ГГц. Как раз таки ретранслятор выступает. Также дальность полета у нас зависит непосредственно от батареи, которую мы используем. Мужики, вот мы сейчас на них обучаемся. Фактически это то же самое. Так. И на листе получается 4 листовки. С другой стороны, эта же листовка написана на польском языке, так как наемники действуют. Также сделана другая уже текст листовки, уже другой, соответственно, но это тоже на польском языке. Значит, листовки также делаем на немецком языке, на английском языке, так как наемники есть англоязычные со стороны ВСУ. Я могу пониже спуститься и пролететь. Вообще, да, как можно.